Прокуратура Горного района выявила в 8 селах муниципалитета нарушение закона о погребении. Согласно данным ведомства, в Бердегестянском наследии нет специальной службы по вопросам похоронного дела. Кладбище, расположенное на территории муниципалитета, не оборудовано стоянкой. Отсутствуют и урны для мусора. Аналогичные нарушения выявлены в 8 сельских поселениях. А в отдельных муниципальных образованиях не приняты нормативно-правовые акты, регулирующие организацию похоронного дела и погребения. Также прокуратура установила факты расположения кладбищно-земельных участков сельскохозяйственного назначения и лесного фонда. В этой связи прокуратурой района внесено 9 представлений об устранении нарушения закона в адрес глав муниципальных образований. Представление прокурора находится на рассмотрении. В соответствии с законом им дается 1 месяц для принятия конкретных мер по устранению допущенных нарушений закона. Устранение нарушений стоит на контроле прокуратуры района.